Вы просыпаетесь посреди ночи от шума, доносящегося снизу. Первое, что вам нужно сделать, это понять, что является источником. Если вам кажется, что в доме посторонний, действуйте осторожно и тихо. Возможно, это просто мышь, которая что-то опрокинула. Однако, если ваши подозрения подтвердятся и вы увидите незнакомого человека, скорее выбирайтесь наружу. Воспользуйтесь пожарной лестницей, если она у вас есть, или спускайтесь через окно. Но все же есть шанс, что выбраться вам не удастся. В таком случае возьмите телефон и позвоните в полицию. Сообщите свой адрес и кратко объясните ситуацию. Доехав до вашей улицы, полицейские не смогут отыскать номер вашего дома, ведь табличка такая крошечная, и только по номерам домов по соседству они поймут, где вы живете. К тому времени, когда прибудет помощь, грабитель уже сбежит. А все потому, что номер вашего дома, как и почтовый ящик, едва видно. Купите новую блестящую табличку. Убедитесь, что номер крупный и хорошо читается. Это не только поможет вашим гостям скорее найти дом, но и позволит избежать ситуаций, похожих на ту, что мы описали. Также убедитесь, что номер на почтовом ящике отчетливо виден. Хороший способ защитить свой дом – поставить надежный забор. Установите забор из сетки или даже металлическое ограждение и залейте основание бетоном, чтобы грабители не смогли его поднять. Если есть желание, можно даже использовать колючую проволоку. Добавьте освещение, потому что если во дворе темно, он станет идеальной мишенью для незваных гостей. Установите снаружи несколько фонарей, которые можно включать и выключать. Благодаря хорошему освещению вы сможете видеть, что происходит снаружи, и ваши соседи тоже. Если они кого-то заметят, то позвонят вам или в полицию. Камера с прожектором. Дополнительная мера защиты. Как правило, она выключена днем и оснащена датчиком движения. Лампочка камеры загорается каждый раз, когда засекает активность. А некоторые модели сразу начинают записывать видео, так что вы не только постараетесь отпугнуть грабителей, но и обзаведетесь видеодоказательствами на случай, если что-то произойдет. Кроме того, вы можете купить камеру, которая будет присылать вам оповещение на телефон всякий раз, когда кто-то звонит в дверь. И где бы вы ни находились, вы сможете ответить на этот звонок. Если позвонит кто-то, кого вы не знаете, можете притвориться, что находитесь дома, но не намерены открывать. Пышные кусты во дворе идеально подходят, чтобы в них прятаться, и вы можете даже не заметить, что кто-то вторгся на вашу территорию. Все растения должны быть аккуратно подстрижены. Вы не только будете в безопасности, но и сделаете свой двор опрятнее. Когда вы в отпуске, старайтесь не публиковать свое местонахождение в соцсетях. Допустим, кто-то уже давно наблюдает за вашим домом. Ваше отсутствие – прекрасная возможность нанести визит. Лучше выкладывайте фотографии по возвращении домой. И не рассказывайте в интернете, чем вы занимаетесь изо дня в день. Иначе злоумышленники отследят ваше расписание и запланируют взлом, например, на время вашего похода в магазин. Звучит очевидно, но всегда запирайте дом, когда уходите, даже если вам кажется, что вы живете в безопасном районе. А если вы только что переехали в новый дом, смените замки. Это правило касается не только домов, но и квартир, и даже арендуемых комнат. Всегда старайтесь создать видимость, что в доме кто-то есть, даже когда он пустует. Первый способ это сделать – оставить телевизор включенным, а еще лучше – купить имитатор телевизора. Вы сможете запрограммировать его на включение и выключение по своему усмотрению. Согласитесь, было бы странно, если бы он работал круглые сутки. К тому же так вы сможете сэкономить, потому что имитаторы потребляют меньше электричества, чем настоящие телевизоры. Также купите будильник и подключите к нему лампу. Установите таймер, который будет срабатывать, предположим, во время ужина и ближе к ночи. Также можно купить еще один будильник и подключить к нему радио. Если злоумышленники услышат шум, они вряд ли рискнут проникнуть в дом. Не забывайте о ценных предметах во дворе. Это могут быть велосипеды, гриль и любая техника. Храните все добро в гараже и не забывайте его запирать. Камеры видеонаблюдения за пределами дома позволят вам следить за происходящим, когда вы на работе. Так вам будет спокойнее. Подумайте о том, чтобы укрепить дверь, даже если она относительно новая. Грабители могут попытаться выбить ее, а не вскрыть. Установите дверь, которую сложно снять или выбить. То же касается и окон. Предпочтительное стекло, которое не разобьется, когда в него попадет камень. Или наклейте защитную пленку из прочного прозрачного пластика. Даже если окно разобьется, пленка не позволит осколкам разлететься.
Это немного задержит грабителей, и есть шанс, что они передумают. Заполненность почтового ящика также позволяет предположить, дома вы или нет. Если в нем куча корреспонденции, становится ясно, что вы не проверяли ящик по крайней мере пару дней. Так даже если ограбление вашего дома не входило в планы злоумышленников, все может измениться. Познакомьтесь с соседями, пригласите их на чашку чая и поговорите о своих опасениях. Вы будете приглядывать за их имуществом, а не за вашим. Они расскажут, если заметят что-то странное. Вы даже можете попросить их припарковать одну из своих машин на вашей подъездной дорожке, чтобы окружающие думали, что кто-то дома. Перед отпуском дайте соседям ключ от вашего почтового ящика и попросите их забирать письма. Когда они уедут, вы будете делать то же самое для них. Обойдите свой дом и представьте себя грабителем. Что бы вы сделали, чтобы проникнуть внутрь? Вон там растет дерево, на которое можно вскарабкаться и добраться до второго этажа. Или может просто залезть наверх по горе ненужного хлама. На верхние этажи не должно быть легкого доступа, и тогда ни у кого не возникнет желания разбить окно и попытаться проникнуть внутрь. Если у вас есть щель для почты во входной двери, имейте в виду, что грабитель может просунуть палку с крючком прямо туда, чтобы вытащить ключи и отпереть дверь. Купите специальную защитную сетку. Так, если кто-то попытается использовать щель, у него ничего не получится. Не забывайте про всевозможные ценные вещи. Лучше их прятать, а не держать на видном месте. Купите сейф, если хотите по-настоящему обезопасить ценности. И положите парочку поддельных золотых браслетов на прикроватную тумбочку. Воры подумают, что нашли драгоценности, но, по сути, уйдут с пустыми руками. Если вы всегда хотели завести домашнее животное, подумайте о собаке. Оборудуйте для нее уютную будку на улице. Как только пес услышит, что кто-то проник во двор, он залает. Есть вероятность, что питомец разбудит не только вас, но и весь район. В данном случае лишнее внимание вам только на пользу. И никогда не вешайте на видное место календарь, в котором отмечаете даты. Допустим, грабитель посмотрит в окно и увидит его. Если в календаре будут отмечены дни, когда вы планируете уехать из города, все принятые меры окажутся бесполезны. И напоследок, вы можете приобрести тревожную кнопку и держать ее рядом с собой, когда спите. Ее можно запрограммировать на вызов службы спасения или полиции одним нажатием. Так вы сможете быстро оповестить о том, что в ваш дом вторглись.